партнер рубрики компания «Янта». «Янта» – есть вкусно! Вкусного настроения. Восполнить дневную норму витамина В12, который играет важную роль в регулировании углеводного и жирового обмена в организме. Съесть за раз 40% суточной нормы цинка, который способствует снижению уровня холестерина. Это возможно благодаря 100-граммовому кусочку говяжьего языка. Именно он сегодня попал в зону внимания повара «Кафе де Пари» Ирины Терентьевой. Салат у нас состоит язык говяжий отварной. Ну, отварной язык, что мы делаем? Язык мы нарезаем тоненькой соломкой. Вообще в этом салате все соломкой, кроме помидорок. Секрет этого салата в правильно сваренном языке. Перед варкой его надо замочить в воде минимум на полчаса. Затем ножом дочисто отскоблить и промыть. Опускать этот субпродукт нужно в кипящую воду. Поварить после нового закипания 15 минут, слить воду и повторить процедуру. Правда, во второй воде держать до готовности. Погружение языка именно в кипящую, а не в холодную воду, сделает его более сочным и нежным. Режем свежий огурец. Помидоры черри. Режем на 4 части. Очередь чеснока. Его Ирина измельчает вручную. У нас основное готовое. Сейчас мы будем делать очень интересную заправку. Оливки повар отправляет в чашу блендера и измельчает. В кашу превращать не надо. Остались кусочки, тем лучше. В массу Ирина кладет майонез провансаль от Янты жирностью 67% и перемешивает. Заправляем салат. Выкладывается он на подушку из листьев салата латука. Все знают, что салат резать нежелательно. В нем пропадают все витамины, поэтому не поленитесь порвать руками. Для подложки понадобятся только нежные верхушки этого полезного растения, ведь при своей незначительной калорийности салат богат не только витаминами. Там есть соли калия, кальция, железо, фосфора и другие. Есть в нем и немало микроэлементов – алюминий, медь, барий, хром, бром, никель, цинк и даже титан со стронцием. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! А вы знаете, что знаменитый салат шуба, известный также как селедка под шубой, изобрел в 1918 году трактирщик Богомилов. А само слово шуба расшифровывается как шовинизму и упадку, бойкот и анафема. Что, вы еще не отошли от новогодней селедки? Тогда с удовольствием пробуем новый салат. Для приготовления салата мушкетерского вам понадобится 70 граммов говяжьего языка, 60 свежего огурца, столько же помидоров черри, 1 зубчик чеснока, 2 столовые ложки майонеза провансаль от Янты жирностью 67%, 30 граммов маслин и 20 листового салата. Партнер рубрики – компания «Янта». «Янта» – есть вкусно!